Снова наступили те самые 10 дней, которые потрясли, если не мир, то уж Россию точно. Новогодние и рождественские каникулы, когда жители до сих пор самые необъятные теряются во времени и в пространстве, путают дни недели и числа, и день с ночью, а потом долго и мучительно выходят из комы. Авторы автостопа тоже попутали. Начали работу гораздо раньше намеченного. Так что программа, несмотря на отсутствие материальной, да и моральной поддержки, продолжает нестись в эфире, не разбирая дороги, путая праздники с буднями. С кем мы обычно хапаем больше всего экстрима? Конечно, с фирмой Tokyo Motors, официальным дилером Subaru в Магнитке. Цель этих покатушек – выяснить, кто сильнее на льду. Гусеница и лыжи снегохода или четыре постоянно ведущих, вернее гребущих колеса Subaru Impreza WRX STI, в народе WRX STI. То, что вы сейчас видите, в других обстоятельствах мы бы назвали прогрев резины. Но на льду Урала в 20-градусный мороз с ветром это выражение, по-моему, неуместно. Ну что, дождались, пацаны? И мы дождались. И прокатились. Вот сегодня на улице минус 20 градусов. А едем мы за замечательным автомобилем, без шлема, кстати. На чем? Да на снегоходе Yamaha. Что будем делать мы сегодня, это с вами не передать. А вы увидите, как гоняют эти два супертранспортных средства. Один из них Yamaha и Subaru WRX STI. Скажите, нечестно сравнивать гусеничный ямаховский транспорт с раллийным болидом от Subaru. Но вот старт этого снегорета и на выражение «Какая прекрасная быстроходная машина этот снегоход фирмы Yamaha!» Раскатистое эхо отвечает привычное «Мать-мать-мать! Йо-йо-йо-ах! Ах, у любви, как у пташки крылья! Ее поймать нам не дано! А только крыльев такому зверьку и не хватает!» Кстати, этому аппарату принадлежит и рекорд скорости на льду Урала, установленный в тот же день, 161 км в час. Так что все вроде бы по-честному, хотя Субарик-то весит 1450 кг, а мощности в нем 265 коней, снегоход весом 260 с седоком 360 выдает на гора, вернее на гусеницу, 180 лошадиных сил через вариатор. В общем, ваши ставки, господа, болиды уже в пути. Тоже правда ради. 120 км в час. И вот такое счастливое лицо. Готово. Как это снимается? Вот такое счастливое лицо. Со старта Impreza чуть вырвалась, но ее тут же догнал наглец. Идут ноздря в ноздрю. И снегоход уходит в точку. Ну вот, а так может только Subaru. Impreza в стиле WRX STI. На снегоходе, особенно на таком, это бы вам чревато боком, причем вашим. С такой мощью на вас или на ваш бок эту технику уложить в раз-два. Так что такой веер закладывать дано только быку, точнее машины из созвездия Тельца.